Умеют люди красиво и со вкусом все-таки шутить и, скажем так, подкалывать других. Света, а вот в тебе есть какой-нибудь задор, веселье и легкость в плане первоапрельских шуток? Конечно, знаешь, как я подкалывала? Потому что сегодня как-то все на меня это ложится. Я всегда очень подкалывала. Я, например, одной девочке сказала в школе прийти утром, позвонила ей в 11 вечера и сказала прийти в белом переднике, и она целый день ходила. А показать тебе мою студенческую шутку? Ну вот, например... Вот так я еще шутила. Вот так раз, Света. И вот так два. О, как красиво! Света, вот ну... Вот так я шутила. Я могу только красиво. Сказать... Красиво? Света, спасибо, что галстук. Ну, правда же хорошая шутка. Ну, как тебе сказать, Света? Ну, ты удивился? Как я не то, что удивился, я просто в шоке. А как мне с этим? Во-первых, это красиво, правда? Хорошо, я... Я не знаю, как сейчас мне о погоде вам рассказывать. Давай.